Вот они, дружочки. Ребят, не буду открывать, чтобы температуру не сбивать. Но тут вот осталось. Время 4:30 осталось. Где-то яиц 25. Может, 30. Вот они спят, мои дружочки. Еще сырые. Я даю немножко им подсохнуть. Вот они, дружочки. Развалились, спят. То, что утром с 6 утра нам. Вот такие вот дружочки у меня. Вот они, дружочки. Вот они. Пищат. Не знаю, должны ли нет, но пищат. Вот они. Пищат. Лампочка свечит, видно. Сейчас хочу дать им зеленого лука. Не знаю, можно ли нет, но маленько хочу. Что будет, как будет. Ну-ка. Так. Что там? Раскушали, одно яйцо уже съели. Сейчас старое варю. Два яичка. Еще сейчас сделаю. Я первый раз желток давала. Сейчас хочу посмотреть в интернете, можно ли полностью яичко давать. Желток с белком нарезать. С луком пока не особо. Но что-то пытается его клевать. Для запаха маленько бросила. Может, что поклюет. Но это, конечно, еще мельче было. Наверное. Ну ладно, пусть маленько. Пошурудят. Ой, что-то криво. Ну ладно, так. Детишки наши. Лампочку включаем. Места здесь мало им пока. Одна лампочка нагревается. Я накрыла полностью. Вот так все. Дырочку только оставила. Температуру, чтобы набирала, чтобы сохли. Вот они, комочки, дружочки. Максим раз 20 уже позвонил. Пчелы, как там? Пчелы, там, как? Сохнем, говорю. Рожаем, говорю. Я вам не раскрыла. Утром забегает. Часов 6, наверное. Мы рожаем. Я не могу. А мы только с Кириллом, я этот. Часов 5 нет его там. Укачала, значит. И только такая тоже. Заснула крепко, походу. И слышу, Максим бежит. И мне кричит. Мы рожаем, мы рожаем. Кто рожает? Зачем рожают? Вообще не врубаюсь. Точнее, айда, айда. Встала, иду. Полосой слышу, пи-пи-пи-пи, а, дошло. Кто, говорю, у нас еще может тут рожать? Вот наши комочки вылупляются, да? А комочки вылуплялись, вылуплялись. Мои дружочки вылуплялись, вылуплялись. Там ту сторону не буду открывать, пусть будет тепло. Пойду сейчас яичко еще нарежу. Ну вот, украшила яичко вместе с желток и белком. Не знаю, насколько правильно. Сделала еще первое яичко, я давала просто желток. А теперь уже, так как уже все съели, кто те родились, кто в 6 утра, они уже кушать хотят. За кормом завтра поедем, пробуем, что там, как там. Знать, что есть. Лучка тоже. Что-то вот немножко осталось. Наверное, все. Только выливали. Сейчас яичко поклеит. Попозже еще кину. Лучок. Потому что эти вон шустренько вроде уже как носятся. Кормушку не стала пока сыпать. Пока под первую эту партию так насыплю, а вторую уже кормушечку попробую. Завтра поедем вкусняшки купим. Для цыпляток достала творожок. Что-то творожок вечерком, может, да. Сейчас посмотрю. Пшеничка. Может, пшено у меня там есть, еще пшено творю. И схватил кусочек крупный попался. И носится, как будто его кто-то отнимает.
Найти хулигашки. Ну, никакие хулигашки. Кто-то еще спит. Водичку уже. Яичко этот. Еле пили. С клювиков смывали он. Водички есть. Ладно, папа приедет, поменяет. Папу встречать поеду вечером. 9-го. Буду сам поменять, достанет. Как-то так.